Вот себе диапазон 27-190, а USB модуляция. Радиолюбители. Тут лицензия не нужна, можно болтать как хочешь, без проблем. Лицензия уже не требуется никакая. С какого-то года там. Так что можно хулиганить как хочешь, как говорится. По закону. Любой модуляция, что интересно, можно. И тут разная модуляция. И USB, и FM, и AM. С любой модуляцией можно. Самый классный диапазон от CB, конечно. Универсальный. Тут на телескоп, тут сколько он? Сантиметров сколько? 50, не знаю. Природа, вот наши телевышки. Так, они куда-то уж съехали. Так, сейчас. Так, сейчас переключу, наверное. А тут FM у меня нету на Тексане. Вот. На себе единственный минус нету. Частотная модуляция. Только USB, USB этот, на себе именно диапазон. Это единственный ее минус этого приемника. Ну еще авиадиапазон бы ему добавить. Ну тогда цена была, конечно, полтора раза минимум больше. Так что все в порядке в таком случае. Все себе пока хватит.